Всем привет, YouTube привет. Вот очередная посылочка пришла. Пробойничек и вот такие вот шарики. Пластик на ощупь довольно жесткий. Сейчас разберемся, что тут есть. Диаметры шариков 30, 25 и 20 миллиметров. Пластик довольно жесткий. Вот эти вот металлические резьбочки выкручиваются с помощью шестигранничка, и их можно использовать чуть по-другому. Вот один из вариантов применения: можно и на рессору, и на крючок, и на молоточек что-то поблендить, что-то позабивать. Ну, у кого на что, как говорится, фантазии хватит. Самое главное, как говорится, не инструмент, а умение его применять. Вот, если надо, можно взять, как я уже говорил, резьбочка эта выкручивается. Вот, под шестигранничек она сделана. Можно поставить какой-то удлинитель, допустим, если вам чего-то не хватает, и работать на удлинителе. Шарики, еще раз повторюсь, достаточно жесткие. Вот. В отличие от вот этого, он такой, как бы, жестковатый, но чуть-чуть чувствуется, что он более мягкий, чем вот эти. Допустим, когда вы работаете вот таким устройством, пришлось делать вот здесь вот крылышко. Длины вылета не хватает. Я как раз пользовался удлинителем. Вот такой удлинитель. Вот так это выглядит. А эта резьбочка, она выкручивается. Ну, не только здесь можно использовать. Можно на крючки надевать. Естественно, можно использовать под пробойник. Кому как нравится. Точно так же. Но молоточек одевается и для блендинга очень удобно. Вот у меня тут есть шарики, но резина, конечно, здесь плотная, но вот этот шарик, он пожестче. В данном случае здесь вот приходилось ремонтировать тоже немножко. Можно использовать где угодно и как угодно. Как говорится, главное не инструмент, а умение им пользоваться. Так что вот такие насадочки рекомендую. Ссылочка будет внизу под видео. Цена очень демократичная, а польза несомненная.